Я сейчас попробую найти твой стрим. Так, Талечка, Вов, классик. А ну, альтабнись, Вов. Сейчас стрим вроде идет. Сейчас, секунду. Ну, это я в Вове сейчас. Ну, сейчас там задержка пару секунд должна быть. Блин, не, оно реально захват окна какой-то багнутый, оно до сих пор показывает тебе окно батлнета. Сюда. То есть мышку курсор видно, как ты там в классике, типа. Но это не здесь менять надо, это надо сейчас зайти в настройки OBS. Ну, то есть открой OBS. Это он, нет? А, подожди, я не туда смотрю, мне надо в Discord смотреть. Да, нет, не, но это типа не, нужно именно вот там, где да, пропеллер. Да, смотри, сейчас просто можешь прямо в режиме онлайн нажми на этот Вов сцену, удали ее нафиг. Не, в окне источника удалить. А, ну или так можно тоже, да. Все, и теперь правой кнопкой добавить. А, вот только, блин. Может, игры все-таки? Давай попробуй. Найдет ли оно просто окно. Создать новый, да, Вов, вводи там название или что-то еще, это не важно. Давай захват отдельного окна выбери, потому что что-то походу, да, WoW.exe. О! Видишь так? И окей, теперь все. А как сделать так, чтобы это не было видно? Кого? Чат. А, смотри, теперь, ну, это окно на замочек нажми, типа, в источниках, там, чтобы заблочить его. Ну, чуть ниже, там, где два квадрата слева. Выше, правее, ага, вот, не-не, вот помнишь, ты замочек уже нажимала, когда другую сцену, ага, все, это ты заблочила, то есть ее изменить ты уже не можешь, эту сцену, грубо говоря, то есть если ты мышкой там сейчас будешь водить, ты ее не поломаешь, короче. Mm-hmm. Теперь нажимай на пустое место ниже, типа тоже добавить, и добавляешь картинку, выбираешь, там, изображение, да, точно, называется изображение, и типа выбираешь любое изображение у себя на компе, и потом тебе нужно будет просто сужать и до размера чата и так далее. Не-нет, создать новый. Выберите изображение на компьютере. Так, только аккуратно, ты сейчас на стриме свои картинки можешь показать. Если у тебя какие-то опасные картинки есть? Нет, у меня опасные картинки. Так, все окей. И теперь просто перетаскиваешь его и мышкой там растягиваешь его туда-сюда, как тебе удобно. Единственное, что там можешь поиграться, по-моему, надо то ли Ctrl, то ли Shift надо зажать, и тогда у тебя картинка будет типа растягиваться. То есть зажми Shift и мышкой поведи, например. У тебя картинка будет растягиваться, видишь, вот так вот. Красиво. Ну, честно говоря, вот верхние полосы снизу и сверху можно было и убрать, на самом деле, обрезать. То есть зачем тебе черные полосы? Как обрезать? Ну, в любом графическом редакторе просто выделяешь, типа, и кропаешь только картинку с котом, а не с черными полосками. Можно это сделать в Paint, можно в Fastone Image, ну, в любом, короче. Я в Paint никогда это не делала. И теперь где там функция изменить обрезы, да, и просто выделяешь область. Не-не, не так. Да, вот выдели область вот так вот, да, и ее просто обрежь. Оп. Нажми там, допустим, я не знаю, Ctrl-X, типа вырежи его. А, ну его обрезала все и сохрани, да. Не, это не здесь, а в ОБС, да, вот здесь. Вот теперь эту картинку просто удали тогда, да. И добавь новую. Не, через Shift, чтобы оно не увеличивало ее, допустим, по высоте параллельно, ты можешь зажать Shift и сделать так, чтобы оно только выросло в этот.
это тоже не очень красиво. Ну, а что поделать-то? Нормальное. Надо искать другие картинки, значит. Ну, так более-менее, да. Мне нравится твоя картинка. Откуда ты ее взял? Она офигенная. Какая именно? У меня их было, по-моему, несколько. Не вот эта, которая у тебя сейчас на аватарке. Сохранить. Сохранить, а там на замочек, типа, если ты замочек поставишь, это ты заблокируешь, то есть ее уже нельзя будет переместить и так далее. Моя на аватарке, там, где у меня красная с этим, мужик в шапке или что? Это арт из Лиги Легенд. Там... Я могу поискать эту картинку, тебе скину. Прикольно вообще, очень-очень крутая. Так, а как мне сделать так, чтобы мне звук был на стриме? А ты видишь сейчас ну, у тебя он меня есть? На стриме? Тебя я там слышу на стриме, тебя не уверен, подожди. У тебя довольно плохо слышно на стриме, а меня довольно хорошо. Это странно. То есть ты себя можешь чуть громче сделать, каким образом? Ты в ОБС открываешь... Там, где пропеллер, там есть настройки звука. У тебя довольно плохо слышно на стриме, а меня довольно хорошо. Ага, вот смотри, аудиомикшер, видишь, справа? То есть ты себя можешь чуть то есть воспроизведение, это, соответственно, те звуки, левее. Слышу на стриме, открываешь... Ну, стандартный аудиомикшер слева. По центру экрана, короче, в этом ОБС, да. Там, где пропеллер. Вот там твой микрофон, это верхняя полоска, твои динамики, то, что слышат люди, это нижняя полоска. Ага, вот смотри, аудиомикшер, видишь, справа? Это звук, то, что я говорю, игра, да, а микрофон твой, он сверху. И вот там ты можешь нажать на этот, допустим, то ли фильтры, по-моему, в фильтрах надо добавлять звук тебе. Вот там твой да, и плюсик нажимаешь, добавить динамики, то, что слева внизу плюсик. Люди, это нижняя полоска. Ага, вот смотри. Да-да-да, вот ты только что на плюсик мышку наводил. Ну или так добавить можно. Я говорю, игра, да, а микрофон твой, он сверху. И вот там ты можешь нажать на этот, допустим, по-моему, то ли фильтры, по-моему, в фильтрах надо добавлять звук тебе. Вот там, да, и называется. И добавляешь себе там 3-4, ну, это психануло, не надо. Так, подожди. Там. Окей. 5-6 дБ хватит. Подожди, не надо 12. Ну или так добавить. 5 дБ хватит, я думаю, с головой. Вот там ты усиление. Допустим, по-моему, то ли фильтр. Ну, подожди, надо же. Время пройдет пока. Так опять-таки, ты сначала нажми применить, типа окей, закрыть. Не, ну это психануло, не надо так. Нет, по умолчанию. 5-6 дБ хватит. Подожди, не надо 12. Ну или так добавить. 5 дБ хватит, я думаю, с головой. Вот там усиление. Допустим, по-моему, то ли фильтр. Ну, подожди, надо же. Время пройдет пока. Так опять-таки, ты сначала нажми применить, типа окей, закрыть. Не, ну это психануло, не надо так. Нет, по умолчанию. 5-6 дБ хватит. Подожди, не надо 12. 5 дБ хватит, я думаю, с головой. Блин, что-то я 300 раз слышал. Вроде лучше стало, но что-то непонятно. Надо... Так опять-таки, сначала нажми применить, типа окей, закрыть. Угу. Нет, по умолчанию. Ну, опять-таки, это все фигня, это ты подкрутишь в любой момент, когда уже там будет что-то. Блин, что-то я 300 раз слышал. Вроде лучше стало, но что-то непонятно. Надо... Так, это, ты, кстати, ну, в Discord это все, наверное, выруби стрим, потому что он тоже нагружает твой обычный стрим. Типа, из-за этого у тебя тоже траблы были. Вроде лучше стало, но что-то... Не-не, просто в Discord... Короче, повешу трубку, заходи в обычный бой, окей? Давай. Так, это, ты, кстати, ну, в Discord это все, наверное, выруби стрим, потому что он тоже нагружает твой обычный стрим. Типа, из-за этого у тебя тоже траблы были. Вроде лучше стало, но что-то... Не-не, просто в Discord... Короче, повешу трубку, заходи в обычный бой, окей? Давай. Так, это, ты, кстати, в Discord это все, наверное, выруби стрим, потому что он тоже нагружает твой обычный стрим. Типа, из-за этого у тебя тоже траблы были. Вроде лучше стало, но что-то... Не-не, просто в Discord... Короче, повешу... О. Там на стриме палечки, нормально меня слышно? Что вы говорите там? Эх. Да, нет, нормально тебя слышно. Нормально, просто не очень прилично. Да. Почему непривычно? Мне кажется, привычно, одинаковый голос. Ну вот. Ха! Мне фырч упал. У меня такого еще спутника нет. Только фырч это мамонт. Прикольно. У вас, Членок. Кстати, на стриме палечки тоже нормально слышно. А что на стриме Талечки происходит? У Талечки есть стрим? Классика. Талечка играет в WoW. Классик. У Талечки есть стрим? Меняемся. Оп! Вот так вот. Талечка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Вот. Подписаться. Куда деньги высылаете? Так.
Так, я сейчас пока разберусь с аддонами, чтобы мне пол экрана ничего не засырало. Ай, нельзя говорить плохие слова теперь. Нет, Алечка, самое главное, секрет успеха – это быть собой на стриме, то есть... Быть культурным, естественно, собой, то есть материться сильно не надо, но при этом... Я смотрю, вот список аддонов Италии, где вот только вот с крапом я, пожалуй, в актуале ни разу не пользовался, но там Хок еще, да. А вот это, типа, те самые, я так понимаю. О, отлично, тише стало. Блин, опять вылезла. Вот эту хрень нужно убрать, она вообще никому не нужна. Какая? Причем, если у меня обычно вот на стриме это, все по стандартному, то у Талечки надо, наверное, всех мастишек делать. Задержка на стриме. Короче, список квестов. Хочу убрать, он у меня написан на правой панельке. А это Кости. Кости это аддон. Да-да-да, и там нужно что... Квести, где ты? Вот ты, Квести. На букву Q. Да-да-да-да. Так, где же его убрать? Ты представляешь, меня даже не убили на PvP острове. Ты что, вообще как? Да ты ж перешла, наверное, как тебя убить хилатом на PvP острове. Там хилы, блин, такие невменяемые. А ты что, забыл, как меня убивали в хиле? И не один раз? Не помню. Да? Я помню, как меня убивали часто, но я не был в хиле. Ты не в курсе, как это убрать? Честно, нет. Да, ну вот, да, наверное, трекер. Наверное, трекер должен быть. Enable Quest Tracker, попробуй с ней галку. Просто убери левую сверху галку там в этой, да, там, где трекер написан. Подожди, вернись на трекер, правая верхняя закладка, там, где ты была. И в правой верхней закладке левая верхняя галка. Что у нас стримит задержка секунд 30. Да не 30, там намного меньше. То есть ее уберешь, то ее, походу, ой, не должно. Да. Да. Подожди, теперь посмотрим вообще. Квест отображается, квест отображается. Да, шикарно. Немножко стало тише. Так, ребят, ну, я пошел в войс гильдии на РТ, так что давайте до связи, удачи. Давай, удачи. Давай, включай стрим. Так. Этот остров, окей. Мы будем путешествовать в Танарес. Привет. Путешествие. А туда не плавают? А, стоп, а там нету. Да, а там вы не крыша. Покупаете эти батончики, шпатончик? Я купил, три уже съел. Я в прошлый раз купил. Тесс, ты как раз в направлении этого бежишь. Их корабля. Я пока лечу, я отойду. А сегодня пока. Только Женя идет? Или вы тоже пойдете? Не, еще один. Альянс недалеко. Где? Yeah. Там лежит корабль.
вместе с кораблем. Собственно, корабль нет. Пока спай мне не пищит о том, что рядом альянс, еще можно забить на то, что беги, он существует. Беги. Ищите кого-то. Наверх. Давай себе соберу. Они на меня переаривается. Да, потому что набил допустим на для дан. Водик. Да не умирай, мне последнюю фигню осталось. Ты где вообще умираешь? Наверху. Она пошла наверх, ты пошел вниз. Да, я понял. Бляха, мус. Ты там хорошо переигрываешь? Ну? Так они на Линтальтоне. Дохлые в райку. Еще и в райку побежали. Они подошли здесь. Там печенька. Да, печенька. Все. У меня просто 100% замедло. У меня просто элементаль закончился. Да, нормально все. У нас еще куча. У нас там еще куча незалутанного. Сука, лоси. С чего бы? Там просто заспавнились враги. А, там просто сейчас заспавнились. Там уже все залутало. Молодец. Где там? Так я могу бить. Да я уже отпраздновал, я уже маунт получил. Вот, встаньте от меня близко со своей почты. Тут сверху. Есть ли долянца? Да, там есть. О, я экстрактор вот здесь вот. На меня бегите. О, альянс бежит вот там. Альянс к экстрактору бежит. Так, а надо их опередить. Кого ты там хочешь опередить? Альянс. Али, кого? Пошли, чего стоим-то? Кого так? Меня за все локалка делали, ни разу не убили. Я на варлоке сижу. Ханта. Ириш, лучше бы помогла Монку убить. Что вы делаете? Локалки?
Нет, слышно? Нет, острова, ПВП. Острова, я тоже хочу острова. ПВП? Ладно, ладно, идите, идите. Надо будет сходить. Идти на экстракт. После добьем где-нибудь. Куда вот вниз? Нет, 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 в другую сторону. Думаешь, мне кажется, не хватит нам. Все, два этих чувака и два сундука. Надо свести этих чувак. Не кажется. Или не хватит нам. Да, они нас все равно не догонят. Да. Вон. Где? Где? Нас сырые вон. А. Все равно. А? Он нас отвлекает. Пойдем тихонечку, давайте куда-нибудь двигать. Риш, иди. Все, выиграли. Брейчик, да. Отвлекает, реально. Так, давайте собирайся. Так ты его за корней там, я не знаю, что мы сделаем. Так не бейте его с корней-то, господи, да соберите там. Ну, проще уже убить. А победа оказалась в Монке. Ну, я уже тоже озарита немножечко всегда. Вот все. И квестик у меня на 2000 озарита. Пойдет. А у меня как раз еще эта эссенция, которая проверить слух, закончилась. Мне еще одну надо на эссенцию выкликать один. Ну, короче, вы видели, насколько это где. В принципе, не страшно. Не страшно, мы вообще на изи это все сделали. Мы вообще на изи все это сделали. Это просто взяли и аннигилировали этот альянс. Прямо и не скажешь, что заряд и за Орду играем, да? Плюс ПВП шкала чуть-чуть идет. Аренку бы еще походить. Да-да-да. Что еще не пройдено у меня?
Блин, ресурсы вкладываю еще. Ты кстати, видела новый маунт видела? Какой? Вот этот. Вау, прикольно. Где взял? Это этот ивент 15-летия. И что там делать? Куда идти? Три лафара быстреньких. И все? И такой дракончик будет? Да. Я хотеть. В пещеру времени, в пещере времени надо сделать квест. А где у нас пещера времени? Через гробар. В подвальчике там, на нижнем этаже, в портал руме Орды, в Эргримаре. Мы сошлись с Женей на том, что это один из лучших драконов в игре. Ну, в целом, да. Это как полетело. Сейчас думаю, зачем полетело. Ой. Мне ж нужно себе плечо купить, бошку купить. Что-то я сегодня Алёша прямо. Алёша не так страшно, как Алексей. Это точно. Это вообще прям диагноз. О, с нуля они таки не сохранили тогда. Че часа до кого было, Ир? Блин, надо 65-й уровень добить. Будет вообще прямо лакшери. Мне еще надо в этот. Мне в мехагон нужно. Ребята, у меня нет видения совершенства. Мне прямо оно вообще очень надо. У тебя как и у Тесса нет вообще ничего, они даже первого уровня. Видение совершенства нет. А он мне бафает рандомное срабатывание элементали. Это все равно, что ДХшнику этот срабатывание меты. Это, блин, это мастхэв. Короче, у него бурст полезный, а не как у ферал друидов. Да, это мейн бурст, потому что мне большинство урона дает элементаль, а у меня кдшки элементали на самом деле. Ну что там, 2.5 минуты. Это танковые 5 минут, а огонь 2.5. Понятненько. Так, все, я пошла слушать. Давай, приятного аппетита. Спасибо. Заодно начну смотреть стрим. О, кстати, да, надо посмотреть, что у там случилось. Друидов у них там дофига стало, прям уж дофига. Надо глянуть. И танк друид, и 2 хила друида. Так, все, я отвалилась. Не знаю, насколько, но насколько-то ем я быстро. Так что, насколько-то я отвалилась. Скоро вернусь.
тебя лес? Два анхолика и пират. А, ну да, сейчас роги что-то прямо в этом. Хо. Как жизнь? Интересно. И желающие основать гильдию, в которой не будем попасть принцип. Сексисты. Да я говорю, читаю в чатике в Варгаримаре. Есть желающие основать гильдию, в которой не будет попасть принцип? Чего не будет? Без баб. Баб. Гена Букин. Ничего себе. И все будут сексизм. Работать продавцами обуви. Не, я не понимаю, типа, в Far Craft-то какая разница? Нет, понимаешь, в реале там еще можно подумать, что существуют мужские профессии, существуют профессии, которые для женщин не особо подходят. И то там, на самом деле, почему женщины теоретически могут быть пожарными, хотя тенденции такие, что это скорее мужская профессия. Вот. Но типа в Варкрафте вообще плевать. Ну, ребятам что-то болит, но чего вы так... У них, видите ли, принципа. Без хилов, короче, гильдия. Потому что девчонки в основном на хилах играют. Почему сразу без хилов? Потому что преимущественно девушки играют хилами, ну, может быть, магами, да, там, магами, вот, воками как-то. Я хантом много видела лично. Ну да, ханты еще бывают, да, точно. Ну, то есть такие, как бы, скажем... Попроще. Варл. Как-то так, да. Ну, какие классы-то посложнее, как вы думаете? Ферл. Или в конце легиона. Ферл.
Было очень легко. Ты спрашиваешь, какой сложный класс в игре? Ферал. Сложнее? Вар. Фигня. Нет. Ты мальчик, ты вообще не можешь не участвовать в дискуссии. Мы же обсуждаем, какие попроще. Попроще, да хам. Сложнее, ну, фермы. Да, дыхашки, девочки тоже бывают, часки. Монахи. Монахи. Да, достаточно муторные БДшники. Да, муторные. Я поняла, что сейчас будет муторные. Я тут начала рогу качать. Я, конечно, не рассчитывала, что я буду качать очень быстро, продуктивно, и такая вся мимюня-няня играть. Но я получила коробку на мейн. На что? На мейн персон я на шамане открыла. И 15% буст у меня теперь на шамане. Ну-ка, я, конечно, понимаю, что у меня это лучше для репутации прокачки, но... Какую коробку? О чем ты? Подарок. Подарок, который с годовщины. Это все его получили? Да, по почте. Я на почту не заходила. Вот. Конечно, на кого ты её заберёшь, на том и будет буст висеть, он не шарится на аккаунт. Что там с буст? 15% опыта увеличения? 15% опыта и репа. Да, какое время? До окончания празднования. А когда празднование закончится, читать это заклинание? А, ну до 8-1. Да ладно, до 8 января. Ну, ёшки-матрёшки. А если я сейчас новый создам, мне придёт посылка на него, интересно? Да, она приходит на аккаунт. Она приходит на всех персов с аккаунта, из какого заберёшь, потом не будет. Ну, в смысле, она приходит все. Она приходит или пришла и больше не придёт? Я вот об этом, если я сейчас создам. Автоматически приходит, придёт. Новым персонам тоже будет. Грейт. Я просто говорю о том, что с какого персонажа ты ее заберешь, на то можно будет заюзать плюшку. Ну, в принципе, я никого не хочу качать, кроме как ДХ-шку. Ну, плюшку хотел. Куда я прусь? Вот это вот грешу нам локом. Нажала кнопочку, оказалось на следующей конце карты. Надо подождать. Это заклинание еще не готово. Такой Shadow Bolt вдали. Вау, 38 гейт. Вау, 38% скорости. О, мне все это нравится. Я хочу класс, который можно собирать травку и руду. В принципе, это друид. Друид, шаман, ну друид лучше. Но друида его потратить на лучше бы. Ну, да. У меня есть апалка на 110, потом будет еще апалка на 120. Как у тебя прям много запасов-то? Да. Время, деньги, друг.
нужно делать духи крикунов. А это значит, надо идти до полетки. Вот я сейчас делаю ошибку, что хожу без пэта. Нагрянет какой-то рога и все. Чтобы я так могу боялась быфа. Бежит одинокая собачка, я от нее трясусь и убегаю. Тут на ваниле одни путешествия. Ты можешь играть 3 часа, и за это время вот только 15 минут делать квест, все остальное время бежать куда-то. Бабушечка. А вот 12 числа начнется PvP фаза. Это будет очень печально. Я надо докачаться до того времени. Че ж ты пришла? Мне надо лететь. А хотя, побегу-ка я. Пешком. Вызов кого-то потом. Зачем меня призвали? Камни души действуют 30 минут, но и куда? 30 минут. Для них все нужны соул-шарды, которые нужно выбивать и хранить в сумке, вот как у меня. Что-то страшное. Не, привыкаешь. Вот я потом вернулась на БФА и такая, как-то легко, на маунта садится секунда, пэта призывает секунда, никаких соул-шардов не надо, 3 камня в сумке сразу же. Как-то легче стало. Мобы агрятся полянами. В смысле, убиваются. Не, я такое извращенство уже, как классик. Это круто, ты не представляешь. Это такая крутота. Как другая игра. И вот что вот как офигенно собирается в пати. Вот тебе нужно убить какого-то элитного моба. Это целая история. Тебе нужно найти с кем, договориться, пообщаться. Потому что вы все на одном сервере. Все будут друг друга знать. Все друг друга встречают не первый раз. А на БФА кликнул на кнопочку заджойниться. Убили молча, разошлись молча, поехали дальше. Нету романтики. Ну и отлично, я социопат, поэтому мне на БФА как-то проще. Прямо чудесно, ни с кем не надо разговаривать, ни с кем не нужно общаться. Нет, ну здесь тоже так можно в соло сидеть, но...
Не знаю, меня же просто не хватает на эту перенасыщенность общения, потому что я на работе с утра до вечера общаюсь с людьми с большим количеством. Соответственно, вечером мне как-то хочется сузить все это до минимума. Резалась бы тогда, не знаю, какую-то игрушку офлайновую. Нет, ну не до нуля, а до минимума. То есть все-таки что-то хочется. Ну, все-таки как бы я захожу сюда, общаюсь с теми людьми, с которыми, в принципе, мне хватает. С которыми тебе хватает. Сейчас ищу. Тут квест один надо сделать. На 30 уровень я на него забила. Это на собаку, чтобы призвать своего пэта. Собачку. EVP. Как раз заодно сделаем, а то я в этой локации не была. Ордынская локация, 1000 игл. Мы тут альянс с проездом. Никого нету, люди просто вымерли. Как так? Ни одного человека. Сервер Пламегор. Самый населенный сервер. Где люди? Где маленькие ордынчики? О, бежит один. 28 левел. Ладно, пусть бежит. Двадцать девятый левел. Ладно. Подгребаем к пещере. Вот где-то, наверное, в пещере он и есть. Я пока не могу прочитать это заклинание. Надо подождать. Это заклинание еще не готово. Надо подождать. Это заклинание еще не готово. Я пока не могу прочитать. Тест, ты этого Кроулока сделал? Тест. Ты имеешь в виду World Boss? Угу. Нет. Пойдешь делать? Честно. Я ее насрал. Я не нужен. Так. Сейчас приду. Ты сейчас придешь? Не нужен, сейчас приду. Ты что, злоба, что ли? А я уже зарегалась. А то просто смотрю, ты рядом. Там уж 600-700 писем жюри. Надо подождать. Так, я хоть сюда. Да. А вы только что убили его, лол. Угу. Ну, пусть. Блин, мне лениво бирюзу на ларе делать. Ха-ха. Хотя там зерита много, но... Thank you.
Потрёпанный манускрипт. По графическому фитинизму никто не отменял. А, это цвета. Мне нужно куда-то на балкончик. Походу сюда. Чего с Женей со стримом? А что, Женя со стримом? Он у него просто открыт на только половина площади экрана. Большой экран и только половина, маленькая часть в нем там. Так, напиши ему. Написал. А, он остановил стрим. Почему? Ну, потому что у него настройки фиговые, плохие. Что-то он сегодня перемудрил, видимо. Пишет, не знаю, херня какая-то. Правда. Я тут увидел первый ролик Толечки, в котором у него веб-камера на весь экран. Я хочу и лоб. А где и лоб.
И лоб. И темнота. Тебе надо как этим. А я не вижу. Я не вижу. Где это видео? А вот это удалить нужно. Угу. А где, как его удалить, кто знает? Ну, через канал, через, господи, творческую студию. Через OBS? Нет, на Ютубе творческая студия. А, вот творческая студия. Так, подожди. Мы тут вообще хотели кое-что сделать. Вот тоже куплю себе уши для этих. А куда я? Для наушников. Буду сидеть стрим. Свой. Ты видел у Razer'ов эти уши для наушника? Я полчаса просто орала. Сейчас же скину. Ящик будет. Всё. А я кентавра убиваю, нужно ящик лутать. Вот он. Я сейчас увидела это, и вот тут меня прибило прямо. Зачем? Зачем я взяла себе черные? Блин, Black Friday. Какой Black Friday? Когда Black Friday? Где? Я тоже хочу. Везде. Где скидки? А когда? В эту Friday? Угу. Смотри, я вообще не слежу за этим делом.
Блин, они реально выпустили серию розовый комплектации. Ты о чем? Розовые райзерские мышки. Розовые райзерские клавы, наушники с эти коврики. Ну, значит, есть демент. А, это ржак. Ну да, раз есть предложение, значит, есть спрос. Не, ну я ради бы... Если есть спрос, есть предложение. Ну, вдам. Не, ну слушай, наушнички с ушками, это забавно. Найс. Такие хочу. Покрасить их в черных и будет косплей для Блейк. О май год. О май год, скорее. Кошмар. Интересно, на классике в этом Фералласе есть полетка для Альянса? Или нет? Да я уже куплю себе нормальную мышу. Да, собственно, и клауту. Все кнопочки не могу настроить. Лентяйка. Ой, сейчас скажу тебе, что у меня. То, что Женя советовала. Значит, ракат лидер. Вот у меня что. А-а-а. Слушай, а скинь. Я их не вообще не... Рок-кат. А как пишешь? Рок-кат. Кей как кей? Ро си си эй. По мнению Женьки, это лучшие мышки в мире. Если ты без этой мышки, то ты нуб. Так и ей, так. Ирака пехота. И вообще можно удалять вов. Как же я люблю Фералас, такой классный. Еще зеленое такое. Ну это интересно, кстати. Я у нас их просто не видела вообще, то есть если... Razer, он такой розничный, в общем-то. У меня, допустим, в DNS и всяких там этих видео они продают. Да. То ракаты нет. Тоже, да, верно. Я заказывала, растамаживала, короче, делала все, чтобы было дешевле. Я не помню, сколько мы заплатили. Она дорогая, зараза. Ну да, ценник у них у всех кусается, хотя на самом деле я тут пересмотрела многокнопочных мышей целую просто тонну. Не добралась только до 600-й Logitech, и, ну, в основном этот, что-то у меня душа взглянуть решила на этот. Боже мой, большего
большей посредственности, скажем так, я еще не встречала. А ценник у них тоже как бы приличный. О, Фералас, отличная зона для меня. 43 зеленые мобы. Здесь можно покачаться. Ёлки-моталки, сейчас меня убьют. И здесь пришла моя смерть. Не хочу. После этой бабы. Ну, давай, убейте меня. Вау. Блин, ну вышка у них есть одна классная, за 9 косарей, конечно, модульная. Вот это прямо... Такого я не ожидала. Или не лидер, как называется там, сейчас, подожди. Может и лидер. Вот, которая мне понравилась, она называется... Да, у меня лидер. Читаемое для русского языка вообще название Низ, если я правильно читаю. Она вообще какая-то сумасшедшая. Ну и цена у нее сумасшедшая. А, ну та, которая лидер, тоже интересная штучка, прямо очень. Ну да, там прикольные кнопочки. Но вот... Предупреждаю, что она для очень больших, для очень большой ладони. Ну как очень большой, для мужской. То есть мне на самом-то деле было вначале неудобно, пока я не привыкла. Знаешь, вот я смотрела как раз обзор от девочки на мышке. Она сравнивала Nago Trinity и сравнивала этот Red Dragon Foxbat. И она вот тоже говорила, это прямо для большой, для мужской ладони, она такая большая, она такая тяжелая, да, там да, все дела. Там. Когда я заказала ее в магазин, я ее взяла в руки, я посмотрела, да, она широкая, но она совершенно нормальная по размеру, и она даже легче, чем мышка, которая у меня сейчас, поэтому с той точки зрения у всех свое понимание размера. В принципе, да. Потому что в свое время я очень комфортно играла в линейку на ноутбуке с ноутбучной мышкой. Ну, то есть, ты представляешь, да, вот эту фитифлюшка в полпальца.
И мне было вообще классно на них. То есть извращенность она такая у всех своя. Сейчас у меня стандартного размера, как я не сказала, что. И в то же время большая мне не показалась большой совершенно. Поэтому мне кажется, вот они вроде достаточно стандартные. Так, освободите летучих хамелеонов в лагере зловещего тотема. Где лагерь? Где хамелеоны? Отлично, вообще квесты пропали. Квесты. Непонятно. У тебя сейчас там получился, наверное, стрим обзор на игровые мыши. Не на правых рекламы. У меня? Ну да. Или ты отключил? Нет, есть. Но у меня точно обзорный. То есть я качаюсь, делаю задания по 10 минут каждый. Где эти 5 минут? Где это? Сначала бейте всех в деревне и вокруг. Если бы мне сказали, какой. Вот. When you're facing the camp on the left side. Ага. А вон они, хамелеоны. На английском клиенте играешь? Нет. Не на английском. 3 минуты осталось, я слышу. Надо подождать. Это заклинание еще не готово. Надо подождать. Особо. Боже, ну почему треугольник самая сложная фигура?
Ладно, я спать. Чё ты так рано? Да выспаться хочу. Для разнообразия. А, что такое? Ну ладно, давай, давай.
могу прочитать это заклинание. Надо подождать. Теневой транс. Это заклинание еще не готово. Слишком далеко. Я пока не могу прочитать это заклинание. Надо подождать. У меня мало маны. Время, деньги. Что вам угодно? Но мне разрешение обратно не менял. То есть нет. Пришлось опять все удалить на фиг с нуля. И это все между боссами, понимаешь? Я пытаюсь еще в рейде как бы на трэше не слакать хоть немножко, хоть чуть-чуть пуши, это наглость. Типа еще пытаюсь боссов как-то бить. И короче, это капец просто. Это... Да я же хотела тебе сказать, оставь этот маленький квадратик, фиг с ним. Толстый, слышишь, иди сюда. Тихо-тихо, ты на стриме. Извини, микрофон был. Там просто сказал, закажи пиццу, а мы же заказываем ее обычно. С телефона.
Лёш, какой у тебя пароль тут в Доминус? Я забыл. Не дай номер карточки, пожалуйста, чтобы все знали. Да-да-да. Именно английскими, да? Да, да, да. Нихера. Ну пусть сам наберет, господи. Да. Сейчас на другой браузер изнут, чтобы туда мыло зайти. Да. Шесть, девять. Подожди, еще раз. Ага. Подожди, а что значит установить пароль? У тебя типа не было пароля или what the fuck? Пять, шесть, девять, семь, ноль, восемь. Таля, ты же удалишь потом запись твоего стрима, да, а то? Это... Сейчас, погоди. Дай. Так, толстый сейчас, я понял. Ну это нормальная карта, я сейчас просто поменяю здесь запись, у меня твоя карта есть уже тут. Так, expires, это что, что надо вводить, да, обычно? 04, 23, да? В какую сторону там должен быть? Или другую. Вот. S3. Я просто имена показывал. Да имена это херня. Да. Я CVV никогда не переписываю. Ты меня потом, если что, у тебя спрашиваешь.